Стреляют по нам кассетными, кассетными снарядами, стреляют ураганами, гаубицами, минами. Хотят нас уничтожить. Я хочу передать президенту Порошенко, Яценюку и Турчину. У них самолет там есть? Есть. Вот пускай завтра садятся и летают своим хозяином в Соединенные Штаты Америки. Потому что и если Украина не подымется сама, то мы придем в Киев и их уничтожим. И Украина станет демократической и нормальной страной. Порошенко в подвал не надо. Он не желез на этом свете. Потому что украинский народ просто не простит ему смертей. Он молодых ребят посылает сюда на смерть. Мы не пришли к ним в Киев. Они к нам пришли убивать наших детей. Мою маму, мою соседку, бабушку. И это никто не простит. Я бы пошел в ополчение, ну, на мне, допустим, у нас в подъезде осталось двое взрослых мужчин. И одни женщины пожилого возраста. Хлеб купи, отведи в бомбоубежище, посмотри, узнай и просто организовать надо это. Многие уехали на территорию России, на территорию Украины, кто куда хочет. Ну, мы крепимся. Я думаю, что в скором времени это все закончится. Потому что мы сильны духом. Это наша земля. Мы не пришли в Западную Украину, Ивано-Франковск, Ужгород, Хмельницкий. Не стали мы бить их города. Мы хотели свободу. Свободу. Мы будем за нее бороться.